Елена Дудина – российская актриса театра и кино. Популярность мужа не помешала ей вписать собственное имя в историю современного кинематографа. Талантливая и невероятно амбициозная женщина уже не раз доказывала зрителю, что может с одинаковой легкостью перевоплощаться в комедийных и драматических героинь и также просто влиться в историческую ленту, либо захватывающий детектив. Жгучий интерес к молодой актрисе возник после того, как в 2010 году она появилась на Киевском кинофестивале со знаменитым режиссером Станиславом Говорухиным. В СМИ сразу же забурили слухи о якобы имеющемся месте романе с мэтром российского кинематографа. Дудина этот интерес мастерски подогрела, сказав, что Станислав Сергеевич не только талантливый режиссер, но и джентльмен, который умеет галантно ухаживать. Но этот роман так и закончился ничем. Личная жизнь Елены Дудиной снова оказалась в центре внимания прессы. В 2011 году артистка познакомилась с коллегой Анатолием Руденко, когда снималась в сериале «Вчера закончилась война». Поначалу у них была дружеская симпатия, которая вскоре переросла в нечто большее. У Анатолия в прошлом остались отношения с двумя яркими коллегами – Татьяной Арнгольц и Дарьей Поверенновой. Для последней стремительный роман Руденко с Дудиной оказался неприятным сюрпризом, ведь артистка была уверена, что ухаживание Анатолия за ней искренне. Свадьба двух актеров состоялась в Италии, а медовый месяц новоиспеченные муж и жена провели на Мальдивах. Через год в семье появилась дочь Милена. После родов артистка быстро пришла в форму, вернувшись к привычным параметрам. Своим семейным гнездышком супруги называют дачу, которая расположена в получасе езды от Москвы. Там силами всей семьи обустроили просторную лужайку и даже соорудили пруд.